Зафиксировав факт реализации, наркополицейские выехали на съемную квартиру сбытчика в микрорайоне Светлана. В ходе осмотра на одном шкафу наркополицейские обнаружили газетный сверток с остатками растительного вещества, а в другом – спичечные коробки с аналогичным содержимым. Это была расфасованная и приготовленная к сбыту марихуана. Задержанный волгоградец не стал отрицать своей причастности к незаконному обороту наркотиков и добровольно выдал еще один спичечный коробок с веществом, который находился в его сумке и который он планировал продать. Обнаруженное вещество является марихуаной. По словам задержанных, она была собрана ими из дикорастущего куста конопли, высушена, расфасована, то есть приготовлена для дальнейшего сбыта. Общий вес изъятого квалифицируется как значительный размер. Кроме того, выяснилось, что волгоградец сбывал дурман не один. Содействие ему оказывал 43-летний приезжий из Ростовской области. Мужчины вместе снимали жилье в Сочи и оба любили сами употреблять зелье. Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.